Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Историение святителя Иоанна Златоуста. Беседы о святых Маковеях. Я напомню, что в Ветхом Завете, во второй книге Маковейской, в 7 главе, говорится, что случилось так же, что были схвачены 7 братьев с матерью, и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемы бичами и жилами. И святитель говорит, пусть слушают это матери, пусть подражают мужеству этой жены и любви ее к детям. Пусть они так воспитывают детей своих, не родить только дело матери, это зависит от природы, но воспитывать дело матери, потому что это зависит от воли. А чтобы ты убедился, что не рождение делает матерью, но хорошее воспитание их, послушай Павла, который удостаивает венца вдову не за рождение, а за воспитание детей, сказав, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей. 1 Тимофея, 5 глава. Представим же, что должна была вытерпеть эта жена, если только должно назвать ее женою, которая видела, как пальцы сына ее трепетали на горячих угольях, голова спадала, железная рука ложилась на голову другого сына и сдирала с нее кожу. И между тем страдалец еще стоял и разговаривал. Как она могла раскрыть уста? Как могла двигать язык? Могла двигать языком? Как душа ее не вылетела из тела? Как? Я объясню это. Она не смотрела на землю, но готовилась только к будущему. Она боялась только одного, чтобы тиран не сделал пощады и раньше не прекратил борьбы, чтобы не расторг сонма детей ее, чтобы некоторые из них не остались неувенчанными. А что она этого боялась, видно из того, что последнего сына она почти руками своими взяла и поставила на жаровню, употребив вместо рук словесное к нему вещание и наставление. Мы не можем без скорби слышать и о чужих бедствиях. Она без скорби смотрела на собственные. Будем же не просто слушать об этом, но каждый из слушателей пусть перенесет все эти печальные события на своих собственных детей. Пусть представит любезные лица их и, представив пред собой своих возлюбленных, пусть припишет им эти страдания. Тогда он и поймет хорошо силу сказанного, или лучше, и тогда не поймет вполне, потому что собственных страданий не может изобразить никакое слово, а только опыт дает о них понятие. Теперь, после увенчания 7 сыновей, уместно сказать о ней следующее пророческое изречение. «Ты, как маслина плодовитая в Доме Божием». На Олимпийских играх, где часто сходятся тысячи бойцов, венец возлагается только на одного. А здесь из 7 ротоборцев стало 7 венценосцев. Какую ниву можешь ты показать мне столь плодородную? Какое чрево столь плодовитое? Какое деторождение подобное этому? Мать сыновей Зеведеевых сделалась матерью апостолов, но только двоих. А чтобы одно чрево произвело 7 мучеников, этого я не знаю. Притом она и сама себя приложила к ним, сделав прибавку не одной только мученицы, но гораздо большего числа. И 7 сыновей стало только 7 мучеников. А тело матери, предавшей и себя к ним, хотя было одно, но заменяло собой дважды 7 мучеников.
как потому, что она мучилась при каждом из них, так и потому, что она же и их сделала такими, родив нам целую церковь мучеников. Семерых сыновей родила она, и ни одного для земли, но всех для неба, или лучше всех их родила для Царя Небесного в жизнь будущую. Итак, дьявол вывел ее на ратоборство последнюю по той причине, о которой я выше сказал, то есть чтобы наперед, истощившись в силах зрелищем мучений сыновей своих, она сделалась удобопобедимою, выступив последнюю против врага. Если люди, видя текущую кровь, впадают часто в изнеможение, и много нужно пособий, чтобы возвратить оставляющую их жизнь и отлетающую из тела душу, то эта жена видит такие потоки крови, истекавшие не из чуждого, но из сыновнего тела, чего не вытерпела, какого смущения не испытала в душе. Итак, дьявол, как я выше сказал, привлек ее на подвиги после детей для того, чтобы она сделала слабее. Но произошло противное. Она вышла на подвиги еще с большей бодростью. Отчего и почему? Потому что она уже не боялась и не беспокоилась за кого-нибудь из оставшихся при ней детей, чтобы они как-нибудь, ослабев духом, не лишились венцов. Но как бы сложив всех их в безопасное хранилище на небо, препроводив их горним венцам и неизменным благом, она смело вышла на борьбу с великою радостью. И сама, приложив собственное тело к сонму детей, как бы драгоценнейший камень к какому-либо венцу, отошла к возлюбленному Иисусу, оставив нам величайшее утешение и увещание, увещание делами своими, с твердою душою и возвышенным умом принимать все бедствия. В самом деле, какой муж, какая жена, какой старец, какой юноша может получить извинение или иметь оправдание, если страшится угрожающих ему за Христа опасностей, после того, как жена, престарелая, мать столь многих детей, подвязавшаяся прежде благодати, когда еще заключены были врата смерти, грех еще не был истреблен, и смерть не была поражена, с таким усердием и мужеством претерпела такие мучения для Бога, помышляя о всем этом, и жены, и мужи, и юноши, и старцы, начертав на сердце своем, как бы на какой-нибудь доске, подвиги и ратоборство этой жены, будем сохранять в душе нашей ее терпение, как постоянное наставление к презрению бедствий, дабы мы, будучи здесь подражателями добродетели этих святых, и там могли быть общниками венцов их. Какое они показали любомудрие в опасностях, такое и мы покажем терпение в обуздании безумных страстей, гнева, корыстолюбия, сластолюбия, тщеславия и всего прочего подобного. Если мы преодолеем пламя этих страстей, как они, огонь, то будем иметь возможность стать близ них и иметь одинаковое с ними дерзновение, которого досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив.